Не так давно в жизни нашей героини произошло приятное событие. Она стала мамой. Но вместе с приятными хлопотами в жизни появилось много новых забот. Как все успеть, как сохранить отношения с мужем на прежнем уровне и как не забыть про собственную реализацию – вот в чем была наша главная задача. Мы постарались в наших образах совместить необходимый нашей героине комфорт, мобильность, но в то же время сохранить внешнюю привлекательность и женственность. Главной целью было совместить удобство и красоту. Вещи для наших образов мы подобрали в фирменном магазине NUS, бывший NEXT. Этот образ получился очень лаконичным и визуально чистым. Мы использовали вещи, которые идеально впишутся в гардероб любой молодой мамы. Это джинсы с вышивкой, футболка с необычным принтом и легкий летний плащ. Также он получился универсальным. Можно обуть кроссовки и выйти на прогулку с ребенком, а можно одеть обувь на каблуке и пойти на свидание с мужем. Нам очень хотелось подобрать платье для нашей героини, но не такое, которое будет пылиться в шкафу, а то, которое она сможет носить сейчас и сегодня. Поэтому мы выбрали очень лаконичный силуэт, вещи качественные, простого кроя, но с помощью акцентов мы сделали его интересным и нестандартным. Мы подчеркнули талию тонким ремешком и, закатав рукава на куртке, мы сделали образ ненавязчивым и легким. Этот образ получился капсульным и универсальным. Это значит, что каждую из вещей данного образа можно легко комбинировать с любыми другими. Мы использовали топ в полоску свободного кроя в сочетании с узкой юбкой карандаш. Главный акцент образа – это кардиган сочного морковного цвета. И хочется сказать, что не нужно бояться ярких цветов, они только сделают образ свежее и насыщеннее. Вау. Супер. Привет. Классно вообще. Это слово вообще остался. Даже не узнаю, если честно. Лия смотрит так. Обычно. Это наша мама, да? Лия. Ты Лия? Да, супер вообще. Очень красиво. И тебе люблю. Да, и тебе тоже. Спасибо вам огромное. Да, спасибо вообще. I can't speak. I fell for you.
my mind.